Я всех приветствую. Сегодня я вам хочу показать рецепт запеченного перца на зиму. Все очень просто. Берем обычный перец, не удаляя ни семена, ни попки. Берем вот такую форму для запекания. Ну, можно любую, можно просто обычный противень. Вот сюда я налила немного подсолнечного масла. У меня вот такое обычное. Так, берем кисточку и смазываем весь перец полностью. Смазываем мы его для того, чтобы после запекания мы смогли снять быстренько саму кожицу с перца. Ну и так делаем со всем перчиком остальным и укладываем в форму. Я прошу прощения, на предыдущем видео у меня работал дегидратор. Было шумно. Вот, в итоге, смотрите, я смазала весь перец подсолнечным маслом. Получилось у меня почти в два ряда, но ничего страшного. Перец сейчас уменьшится в объемах и немного так подвинется. Так, отправляем в духовку от 180 до 200 градусов. По времени я вам точно не могу сказать, буду смотреть, сама регулировать. Так, готов у нас перец. Не пугаемся, что он темный. Все равно кожицу будем снимать. Перед тем, как снимать кожицу, мы берем перец и перекладываем. Ой, вон с него водичка даже течет. Водичку не выливаем. Это все пойдет тоже у нас по банкам. В кастрюльку. Сейчас аккуратно с вилочкой, чтобы не упало ничего. Вот. И аккуратно перекладываем. Так, еще раз повторюсь, водичка, которая будет скапливаться в кастрюле, и здесь мы ее не выливаем. Горячий. Сейчас я возьму крышку, накрою, и он у меня постоит буквально 10 минут. И потом я буду с него снимать кожицу. Снимаем кожицу с перчиков. Я все руками делаю, только ложечкой семечки вытаскиваю. Снимается она хорошо. Ну что, вот я очистила перец. Сейчас этот перец уложим по баночкам. Баночки я простерилизовала и добавила по 7 горошин перчика и чесночка немножко. Уложили наш перец по баночкам. У меня в итоге получилось 2 баночки, остальной перец я решила заморозить. На каждую баночку мы кладем по чайной ложечке соли без горки. Дальше у нас идет сахар. Сахар мы кладем по 2 чайные ложечки, можно с горочкой. И заливаем уксусом 70%. Неполная чайная ложечка на одну банку. Забыла сказать, баночки у меня 500-граммовые. И в конце мы заливаем водичкой из-под перца. Берем обычную деревянную шпажку и отодвигаем наш перец, чтобы вся наша водичка распределилась по банке. И дальше все как обычно, просто накрываем крышками, ставим в обычную кастрюльку, внизу у меня постелена салфетка, наливаем водичку до бортиков банок и кипятим минут 10.
Вот такой перчик у нас получился. Он очень вкусный. Жду от вас лайк.